популярной на Ютубе? Попасть на обложки журналов? Стать популярной во всем интернете и не только. Привет, я Алина, и ответы на эти вопросы мы узнаем у самой Саши Спилберг. Почему она мой любимый блогер, хотя их миллионы? И чего у нас с ней общего? Первое. Она начала свою карьеру как ютубер, заметьте, как я, примерно в 10 лет. Но начнем с самого начала. В детстве она была очень спортивной, занималась хоккеем, теннисом и другими видами спорта. Но вдруг ей помешала одна болезнь. И ей пришлось отказаться от спорта и от ее любимых занятий. Ей нужно было заняться чем-то таким спокойным, не спортивным. И ей нравилось очень снимать ролики, и она решила, видеоблогинг – это мой выбор. И это второе сходство. Саша Спилберг снимала первое видео про своих домашних любимцев, например, кошки, собаки, и комментировала все на английском языке. Заметьте, это третье сходство, ведь я сняла первое видео тоже про свою черепашку, ссылочка будет снизу в описании. А теперь мы возьмем интервью у самой Саши Спилберг. Привет, Саша! Молчит. К сожалению, мы теперь можем с ней увидеться только в журнале. Но надеюсь, мы с ней в будущем увидимся. Итак, первый вопрос для Саши. Ведь я знаю, ты еще и певица. Ты хочешь зарабатывать на этом или это лишь твое хобби? Саша поет с 14 лет. Она хочет развиваться, но не в плане популярности, а в плане учиться новому, саморазвитию. Пока не планирует на этом зарабатывать. Все песни, которые вы слушаете, они на русском. А на самом деле Саша поет на английском и просит переводить профессионалов. И это третье совпадение, ведь я тоже пою. Правда, в душе. Хотите, спою? Нет? Ну и правильно. Давайте зададим еще один вопрос для Саши. Когда ты себя почувствовала популярной? Если честно, до сих пор себя не почувствовала популярной, отвечает Саша. Когда куда-то хожу, например, в торговый центр, в кафе, то меня замечают, фотографируют издалека, и мне это нравится. Но до сих пор не чувствую себя популярной. Это удивительно, но это четвертое совпадение. У тебя тоже много фанатов. Не стоит аплодисментов. Что, нет аплодисментов? Обязательно аплодирую в комментариях. Конечно же, это была шутка, и я лично не знакома с Сашей Спилберг. Но я верю этой статье, и думаю, что это именно она отвечала. Все ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и кликайте вот на эту кнопочку подписаться. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылочка снизу в описании. Обязательно загляните туда. Всем пока-пока от меня и от Саши Спилберг. Понравилось это видео, не забудьте поставить ему палец вверх, и я с вами прощаюсь. Пока! И, кстати, Саша, если ты меня смотришь, тебе отдельный привет и Оскар.